Вторая глава книги пророка Сафонии. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренно мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет. Азот будет выгнан среди дня, и Екрон искоренится. Горе жителям приморской страны, народу критскому! Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей. И будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота. И достанется этот край остатком дома Иудина, и будут пасти там и в домах Аскалона, будут вечером отдыхать. Ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их. Я слышал поношение Моава и ругательство сынов Аммоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его. Посему живу я, — говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Моав будет как Содом, и сыны Аммона будут как Гоморра, достоянием крапивы, соляною рытвенную пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места, все острова народов. И вы, эфиопляне, избиты будете мечом моим. И прострет он руку свою на север и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, и место сухое, как пустыня. И покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные. Пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее. Голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем «Я, и нет иного, кроме меня». Как он стал развалиною, логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою.